Такий момент. По твій телефон не побігу, короче. Погано, щоб не обвалив, блядь. Спокойно. Ти його просто погуляй з ним, типу. Он, блядь, местний, он тебе покаже тут все как. Куда надо, куда не надо, блядь, там же пока на воды. Поэтому его собришь. Блядь. Я не знаю, что это такое. Вообще не знаю. Забагрил леща. Первый польский рыб твой. Ну и, конечно, браконьерским способом. Давай его заводить сюда. Пролазь. Слышишь? Ванечка, ты же не знаешь, да, двойники используют? Ну, это стандартный польский лещ, знакомься. Какой-то есть пикачок? Хуй. То може і тада був теж. Це не сом був, а не сама, мабуть, теж ляща багато. Та ні, ну якщо тада з ударом був, то... Хороший сезонний ляш. Ну, вкусний. Типа, это, тогда ты типа сом был, не гони, какой ляш. Давай, заводи его в гавань. Тебе просто спиннинг. Помочь как-то? Давай спиннинг подержим. Внимание, барабанная дробь. И вот он. И вот он. Лопати, лопаточ. Лопатка, да? Класс. Хорош, хорош. Я чувствовал такого-то на работе. Тебе надо, кстати? Не.